jumbler.ru, магазин одежды для подписчиков канала. Добро пожаловать! Всем привет, уважаемые подписчики! Мы сегодня играем на Shadow Demony. Добро пожаловать в рубрику «Приколы на 1ММР». Мы качаем этого персонажа в кэрри и будем, как всегда, пытаться делать экшен. Кто не в курсе, в конце видео будет ссылочка на плейлист со всеми выпусками. Ах ты, зараза. Я хотел его запрятать, но я до самого конца думал, что он не будет крутиться. Ну ладно. Void делает First Blood? Что? Что? За фигня? Неприятный момент. Я надеюсь, мне не будет мешать. Ну, он по-любому будет мне мешать в любом случае, поэтому надо сразу приготовиться, то что с фармом будет все хреново. Так, ну он просто автоатачит. Молодец. Молодец, братан. Так, так. Опс. Забрали, нормально. Чувак, уйди нафиг отсюда. Он просто автоатачит. Найс. Тише, оп. Крипа пропустил. Да что, опять пропустил. Все, короче, я не динаю. Я из-за того, что динаю. За него крипов пропускаю. Так, а ну-ка сюда. Сейчас пойдем спамить. Пойдем. Мой сладенький. Ай-яй-яй, вот это обидно сейчас было. Опс. Ништячок. Ах, не успел, блин. Ну почему Бара не побежал? Мы сейчас могли убивать. Если Бара побежал бы, мы бы сейчас убили. Бара красавчик. Так, а что там у тебя с маной? Отлично, у меня закончилась мана. Я хз. Ты какой нафиг баш? Почему он не бежит на него? Ты бежать будешь, братан? Алло. О, какой шикарный затар у нашего друга. Вот это да. Он себе еще несет мангуса, ясно, все. Я понял тебя, дружок. А сейчас ты решил пойти, да? Когда у него мана на первый есть, красавчик. Шикарная логика. Ты чё меня кларити сбил, крыса? Фак. Я еще не отрегенился достаточно хорошо. Чтобы промазать еще. О, так он же без маны. Так, это я забрал. Нормально все.
Только на базу придется идти теперь. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Но чтобы избежать столкновения с Фурионом, хотя вряд ли здесь может Фурион прилететь и попытаться меня убить, я сомневаюсь в этом. Он тупо АФК стоит вот здесь, вот крипов бьет. Так что, такое. У меня вопрос только вот... Блин, что же я куплю, а? По сути, мне нужны ракальчики, да? Ну, мы же в кэрри, типа, качаемся, поэтому мы будем ПТ-шку покупать. Всякий случай мангусик возьмем. А что-то у меня какой-то баг с анимацией. Видели это? Нет! Нет! Что там у тебя с маной? Блин, у него есть мана еще на один. О, блин, выжил. Фак. Плохо. Не очень хороший момент. Может, Мидас купить, а? Я еще так сейчас подумал. Потому что Мидас мне нужен будет. Так, ПТ-шечку на... Да, фармить обязательно. Да, фармить. Так, так, у меня атака 73, а так 64, да? 73, 64. Но так у меня больше армора. Я, наверное, оставлю на ловкость. Думаю, арморчик мне пригодится. Мы же все-таки с руки бить собираемся, правильно? Там уже скоро эти атаки, кстати, приятные. Блин, ты гребаная бара. Подожди. Опа! На двоих прям. Сюда иди. Что ульта? Что? Что? Твою мать, я не уследил за ультой. Фак. Плохо. Я не уследил за его уровнем, блин. Еще думаю, что он так на меня бежит нагло. Он, оказывается, с ультимейтом бежит на меня. Что такое, парни, я вас напрягаю, да? Блин, я не попал, офигеть. Что за фигня? Красавчик. Пуш с даггером. А что происходит с Пуджом? Зашел побустить, что ли? Shut up, Russian noob. Нормально.
Так, мне надо фармить. У меня с фармом проблемы, знаете ли. Капец, что с моей атакой? Вроде достаточно урона, а чё-то. Не каждый день на кэри Shadow Demon не играю, поэтому... Фак. Что делать? Может, мом купить? Пуш там уже исполняет. Могу вот так же сделать. Блин, фраг далее, да ладно. Ой, боже ты мой, прям уж там, господи. Фраг забрали, елки-палки. Несчастье. Кто ты? Да что тебе надо, блин? О, черт, ты пришел сюда. По идее, у него ульта уже есть, кстати говоря. Надо быть типа аккуратнее немножко. Па-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Па-па-па-па-па-па-пам. Два раза миссанул крип мой. Фига себе. Вот это у меня скорость. А чё он... А, он без маны. Эй! Что за атака? Есть что состилить, а? Ой, спасибо большое. Ой, спасибо большое. Вот это было сладко. Нормально. Неплохо. Так. Вот здесь весело, капец. Go kill. Go, go, go. На молнию прокнула. Ну а чё ты, блин, ну ты чё?
Вон он. Блин, я его не догоню, короче. Не туда я пошел, блин. Ага, титан еще едет. Видеть. Блин, чего мне такого на ажор взять, а? Все. Пацан сдался. Просто понимаете мою задумку? Все вообще поняли мою задумку, а? Посмотрите на этот пуш. Подожди, а? Он меня убить хочет? Нет, спасите. Я должен жить. Что, все, он передумал? Окей, я пошел отсюда. Так. Так. Первый мейлшторм есть. Поехали на второй. Сложность заключается в том, что мы без ажора играем. Моя задумка в молниях и в моих иллюзиях, типа... Блин, это круто. Это же вообще жесткая тема. Че, я промазал? Посмотрите, как просто разрывает этот демон, боже мой. А можно мне попушить? Спасибо. Воу-воу-воу-воу-воу! Элдер, ты не хочешь ничего? Как бы, ты не думаешь, что ты немножко... Не, пуш, я тебе не отдам этот флаг, сори. Ай, не успел купить! Не успел купить. Но я все равно добиваю его, да, иллюзии. Но суть не в этом. Блин. Нормально. Два мейлшторма есть. Там у пацанов горит вообще жестко. У нас пуш молодец. У нас пуш вообще джебошит. Красавчик. У Пуджа сколько там? 13-1. Нормально. Пудж бахает. Да и Сларк с Лотаром. Ну, блин, короче, тут одни эти. Это нереальный один ММР. Здесь одни бустеры, походу. Это явно не... На один ММР Сларк не покупает себе на 18-й минуте Лотар. Вообще не знаю, как Лотар выглядит. Начнем с этого. Пацаны играют, нормально все. Блин, гребаный ты урод, а? Что ж ты не мешаешь так?
Бля, вот это пуш. Жестко. Ты чё, пацан? Начал крутиться. Начал просто крутиться и сдох от меня. У меня тупо демон на автоатаке стоял. Жестко. А вот еще одна жертва. А что у него есть? Ничего нету. Изи фраг. Два, три. Ну можно я убью? Ну ты конченый. Жалко, что от иллюзии не работает. Молния моя. Все, ливнул. Если так же, как от Арквардена, да, на Арквардене не работает. Я не знаю, почему на этих иллюзиях молнии не работают. По-моему, это немного неправильно. Они, типа, вообще, по идее, должны работать. Почему они не работают? Рано. Так, мне все равно не хватает, да? Ладно, пойдем фармить. Все, фура сгорел. Боже, как там Элдер горит. Тоже ливнул. Нормально. Ну, третий Мейлшторм. Вот он, уже через 50 голды. Бам-бам-бам-бам-бам, такие сферы летят. Так, что-то у меня такое чувство, что сейчас я тоже отъеду. Ну, еще одни иллюзии, если я вызову, то вышка падает. Еще одни иллюзии и минус вышка. Если ее не заденает, конечно. Что-то хукни-то его. Так, три Мейлшторма. Давайте четвертый фармим. Эпс. Лепс, лепс. Жесть! Демон напёхивает. А ну-ка, дай побью тебя. Что? Ты серьезно? Капец.
Ну, вроде живем, вроде живем. Сколько там рецептик стоит? 700 голды? Ну, им сейчас немножко полегче будет. У них два пацана ливнуло, они их сейчас продадут. И здесь как бы три очень жестких кэрри, между прочим. Так что они еще сейчас смогут и побороться, на самом деле. Там еще и снайпер есть, как бы снайпер... Против снайпера заходить тяжело. Но у нас есть пуч. Который может снайпера вытянуть. Нормально. Надо идти пушить, надо прессинговать, тянуть вообще ни в коем случае нельзя. Раз, два, молния, три. Смотри, мощный парень, но решил убежать. А я-то тут при чем? Опять у меня Сларк пуру забирает. Давай подеремся. Один на один. Ну чё ты боится? Боится. Нет, 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 снайпер, нет, ай. Плохо, плохо. Что, байбекаться? Ладно, байбекнусь. Там уже конец партии все равно, близок. Не хватает еще одного мейлшторма. Надо его дофармить. Алло. Остается чуточек. Блин, гребаный снайпер. Не, конечно, я бы мог купить какой-нибудь лотарчик, и я бы вообще был бы бессмертный. Но у нас же как бы челлендж. Надо вот такой вот, такую вот сборочку бацнуть. Блин, я бы и сам с ним справился, если честно, пуш. Ладно. Блин, промазал. Ёп! Ханы бабай! Чё так больно-то? Не, в эта вышка она просто психанутая какая-то. Чё это мне надо? Снайпер возьмет просто и ультанет меня, понимаете? А я после байбека. Опять к Сларку кура летит. Ты чё, прикалываешься, Сларк? Так, снайпер в таверне, подожди я. Это значит что? Правильно. Но есть ульта Фуриона еще, кстати говоря. А,
Есть. Опять она к Сларку летит. Че, больной что ли, друг? Вообще с головой не дружишь? Так, мой малыш Шторм. Пятый малыш Шторм и нету хпш. Да иди в жопу! Ну, кстати, я бы его вообще изи убил бы, если бы не товарищ Джаггернаут, который помешал мне. Секунд. Да, я походу не успею. Они, наверное, снесут сейчас все. О, фурой кто-то контролит. Надо же. Минус фура. Кто-то контролил, и мы забыли про то, что он им контролил. Неплохой ульт. Да, парни уже там все сломали нафиг. Ну, Воид, тащи. Давай, Воид, я верю в тебя, давай. Купол ставь. А чё не поставил? Нету купола? Блин, Сэн Кинга больше всего заберет. Ты шо убегаешь-то от Воида, дурень? Ты ж убьёшь его. Чё? Рефрешер? Нахрена ему рефрешер? Бамс. Каждый удар молния. Реально. Жестко. Каждый удар молния.